Ассаламу алейкум, друзья, приветствую вас, джентльмены. Это YouTube канал Найза ТВ, а также Instagram страничка Найза ММА. И сегодня у нас прямое включение с одним из участников предстоящего турнира Найза Fighting Championship 35, который пройдет в городе Алматы уже 26 ноября, друзья. Я говорю про нашего брата из солнечного Таджикистана, Эму Магди. Эму Магди, приветствую тебя, ассаламу алейкум. Сразу же, друзья, Эму Магди будет драться против нашего соотечественника Баглан Жаханша. И если вы помните, друзья, в одном из прошедших выпусков Баглан был здесь у нас в студии, и мы общались именно как раз таки по этой схватке. И Баглан сделал очень много, ну, сделал несколько громких заявлений. И буквально перед тем, как вы видите этот эфир, пока, перед тем, как мы его запустили, я, естественно, спросил у Эму Магди, смотрел ли он это интервью и готов ли, в принципе, он дать ответочку, так скажем. Так что давайте поприветствуем. Эму Магди, приветствую вас. Большое спасибо, что выделили время в своем графике для наших подписчиков. Салам алейкум, как ваши дела? Всем ассаламу алейкум. Архамда, все хорошо. Ну, мой оппонент сказал, что во втором раунде, короче, я рассчитываю, что бой закончится. Но об этом я точно знаю, иншалла, что так не получится. Я на все три раунда готов, я заряжен. Он оппонент тоже хороший, опытный. А почему? Я не буду недооценивать его. То есть вы считаете, что Баглан вас недооценивает? Ну, может, да. А почему вы так уверены, что схватка продлится все три раунда? Вы не уверены, что сможете его финишировать? Ну, я не планирую, что сразу финишировать, но я готов с ними бороться и стойки работать. А что вам больше? У меня свои планы есть, я не буду рассказать его. Ну хорошо, а для вас что более удобно в клетке в ММА? Какая среда, вот именно партер или стойка? С ним стойки лучше быть. Стойки. А вы готовы с Багланом зарубиться именно в партере? В партере тоже готов. Партере и стойки. Для партера хороший. Ну, к примеру, так вот. Такой джентльменский договор, да, вот между вами. Насколько это реально, то, что все, заходим. По правилам, допустим, к примеру, я не знаю, грэплинга и пошли до сабмишена. Насколько вы готовы к такой схватке, к такому джентльменскому договору? Ну, я на все 100 готов. У меня Багло уже хороший. В чем вы видите основные минусы Баглана? Основные минусы? Ну, у него минуса нету. Борьба хорошая, стойка хорошая. У меня тоже стойка хорошая, борьба тоже. Защита хорошая у меня. Какое ваше мнение о стойке, так скажем, Баглан? Насколько он хорош, как вы думаете? Ну, я думаю, что я его выиграю стойки. Он начинает со мной бороться. Как раз таки у нас вот здесь вот Баглан. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, Баглан. Как ты, брат? Ты готов со мной зарубиться, брат? Да, братан, готов. Ну, в форме, приходи в форме. В своей земле я до конца буду драться. На все, воля Всевышнего, мы ждем этого. Вы видели, да, друзья, уже какая серьезная такая заруба пошла. Прежде чем мы попрощаемся с нашим сегодняшним интервьюером, Эму Магди, скажи, пожалуйста, слова пожелания Баглану. И мы ждем тебя в Алматы. Хорошо, главное, все без травм. И иншалла увидимся. Бой покажет, кто на что способен. Вы были на инстаграм-страничке ММА, Найза ММА, а также ютуб-канал Найза ТВ. Не забываем, 26 ноября, NFC 35, город Алматы, Алматы-арена. Также вы сможете посмотреть это все в прямом эфире на ютуб-канале Найза ТВ. Так что обязательно заходите и подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это грандиозное шоу. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока, салам алейкум, аривидерчи.